Совсем скоро на ОККО состоится премьера сериала «Находка века». По сюжету главная героиня Диана – этническая армянка, но родилась и живет в Москве. Целеустремленная и амбициозная девушка с головой погружена в науку и не собирается связывать себя семейными обязательствами, предпочитая браку и детям свободные отношения. Являясь специалистом по древнейшей истории, она пишет диссертацию о роли женщины в Ветхом Завете и мечтает стать самым молодым доктором исторических наук среди женщин. Для работы над докторской Диана прилетает в Ереван, где случайно в одной из рукописей находит загадку, ведущую к раскрытию местонахождения Ноева ковчега. Ученая отправляется в опасное приключение, и к ней в компаньону навязываются обаятельный аферист Авет и полицейский искусствовед Рубен. Параллельно строится на поиски святыни приезжают представители древнейшего ордена. Поэтому задача Дианы не только разыскать реликвии, но и опередить адептов. Главные роли в картине исполнили Дарья Урсуляк, Игорь Верник, Арам Вардыванян, Алена Хмельницкая, Эрик Яралов, Полина Аук и другие. Премьера сериала «Находка века» состоится уже в этом году. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.